Всем привет! Меня зовут Полина Сверко. Я студентка факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций. Какой совет я бы дала себе маленькой? Никогда не слушай людей, которые говорят, что у тебя что-то не получится. Всегда верь в себя, иди к своей цели, достигай ее и не расстраивайся, если вдруг что-то пошло не так. Благодари людей за то, что они привнесли в твою жизнь, даже если они ушли. Будь сильной, я люблю тебя.